Всем привет, друзья, это канал Morgan Games. Продолжается у нас Dark Souls 3 Ringed City. И нас уже обстрел, короче, артиллерийский огонь, сука, идет, блять, от этого ангела ебучего. Сволочь, ты такая крылатая. Я тебя сейчас тупо завалю, я тебе отвечаю. Подожди, дай только к тебе подберусь. Дай только я вот сюда подойду. Поближе к тебе. А-а-а, заклинание ставь, чувак! Вали. Хорош, вали. Главное, как-то, не знаю, попытаться к нему подойти. И там уже его расстрелять. А ну подожди, а если я вот отсюда? Во? Ух ты, он сюда может подлететь сейчас. Сволочь. Ты, блядь, мне мешаешь. Ну не надо, пацаны. Сука, я ж сказал, не надо. У вас что, блядь, русским языком проблемы или что? Это просто какой-то капец. Это охуевшая локация, это вообще охеревшее дополнение, я серьезно говорю. Ребята, которые меня предупреждали, теперь я вам верю. Я, конечно, и тогда верил, но, блин, я еще думал, что, а, нормально, а я сейчас в Ориандел прошел и это пройду. Уже сложнее Фриды и этого, и отца Ориенделя быть ничего не должно, думал я. Уже, блядь, я все на своем веку в этом Dark Souls повидал, думал я. Хуй мне теперь. Dark Souls, как обычно, умеет тебя унизить и удивить. Не, подожди, туда не пойду, пока не убью этого скота. Тут еще ж творение одно, блядь, вылазило. Давай сюда. О, давай, инвалид. На. Сиди дома, инвалид. Вот, скотина, он ворочается в разные стороны, крутится, смотри. Ищет меня, падла, пеленгует. Ну что, нет меня на твоем радаре? Дебил. Корни вместо ног пустил. На. Да, свидос. Хорош. Но это, наверное, раз так 7, наверное, или 8. Давайте делать ставки. Сколько раз я его так ебану, пока он не сдохнет. Раз, наверное, 7, я так считаю. Подожди, второй раз. Ах ты, падла, пидор! Сразу-то попалил как, ну. 2. Тихо. Ты развернись, отвернись. Отворачивайся, я тебе сказал. Ах ты, ты мудак! Как ты меня так видишь-то, ну? Нет меня тут, все, отвернись. А отвернись, я переодеваюсь. Хе. Пошел ты вон, слышь. Задницей повернись. Я говорю, жопой. Ах ты, скотина. 3. Хорош. Ну давай, ну скорей. Дементор ты хуев. Ты не стой оперы вообще. Хотя если это конец света и все эпохи и все миры смешались, 4, то мир Гарри Поттера тоже здесь. Тут все, короче, миры, все эти сказания, все истории. Тут все, смотри, все он, блядь, замки, все в одно целое сюда слилось. И наебенилось. Это 4 уже было, да? Сейчас будет 5. 5! Жопа твоя опять горит в огне моих заклинаний. 6, 7, может даже 8. Ну я сказал уже, если 7. Мужик сказал, значит он не должен отступать от своих слов. Поэтому, блядь, 7 пускай будет. 6. Все-таки 8, сука. Ну, блин, ну на одно очко я просчитался, конечно. Ну ничего страшного, ничего не поделаешь. Уже есть как есть. 7! Да, еще смотри, писюлька одна маленькая, обвисшая осталась. И будет 8. Короче, я тебя больше не боюсь. Пошел нахуй. Мудак, еще успел таки меня ранить чуть-чуть. Ах ты херов ангел. И что мне за тебя дали? Ничего не за тебя не дали. Как так? Вот как дальше жить, как кому верить? Думал, блин, такой сильный противник, за него хоть что-то мне отсыпят. По доброте душевно. Но игра говорит, пошел ты в жопу, чувак. Ты ничего не заслужил. Даже если ты убьешь хоть сотню таких ангелов, я тебя все равно опущу. Охренеть! Вот теперь живем, вот теперь это счастечко, вот теперь это вообще здоровечко, защиточка. Теперь все будет охеренно. Плюс 3 кольцо стальной защиты, ты видал?
У меня слюни потекли, я жрать захотелось. Пойду сейчас, наверное, что-нибудь перекушу. Не, на паузу, ладно, не буду нажимать, пойдем уже. Пока нам везет, пойдем. Будем этим пользоваться. Так, что дальше? Кто такой? Что там происходит? Какие-то статуи. Мне что-то, что-то кажется, что они сейчас поживают. И захотят нас убить. Так, пацанчики, вы давайте это. Давайте, наверное, вот так с вами поступим. Это же вы это, лотриковские эти долбоебы. На. Сволочь, 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 сволочь. А чё ты весь в корнях? Какая разница, блядь, меня убил, все, плохо. Не, ну ты прикинь, короче, этот ангел опять появляется. Он опять, он не одинарный, короче, он постоянный, сука. И еще такой сложный. Обосрался, это из-за вас, падлы, все, понимаете, из-за вас. На тебе в спину харкнул. Пошел ты в жопу. Из-за тебя, падла, сволочь. Треклятая, растреклятая хуина. Пошел ты вон! Дай хоть заклинание кастануть! Да дебил, пошел ты нахуй! Пробей его щит! Вот скоты какие некрещеные-то, а! Кто вас сражал на свет? Что это у тебя такое за крест? На, это что это за алебарда такая новая? Я тоже себе такую хочу. Отдай! А, сука! О, пробил, пробил защиту, пробил! Да пошел ты, слышь! Какой плотный! Рыцарь Лотрика. Хуётрика, блядь, ты рыцарь, не Лотрика. Долбоёбы, блин, позабирали все. Пытаетесь меня остановить? Хуй вам в сраку. Чё это такое? Душа удручённого, кто такой спит? Чувак, не против, если я тебя разбужу? Может, ты ничего полезное дашь? Нет, не дашь. Подожди. Какой-то звон. Слышу звон, да не знаю, где он. А чё такое? Как так? Тут где-то, наверное, что-то иллюзорное есть, нет? Я не прав? Или прав? Или мне тоже так само преклониться, слышь? Ладно, попробуем давай. Вот так, да? И? Слышь, у меня колено затекает, я так долго буду стоять? У меня уже писюн онемел, чувак. Вставай или что там, отодвигайся. Пошел в жопу. Кланяться я тебе еще буду. А вот же проход. А что я тут дошел? А хер его знает, что я тут дошел. Ну шел и шел. Так, короче, пошли. А ты кто? Доспехи просто, да? А! Доспехи Лотрика, такие у вас много было. Эй, что такое? Это рот? Это какой-то, блядь, огромный червь. Окаменевший, смотри. Это реально, блядь, рот. Это кто-то был. Ты смотри какой. Охереть. Змей какой-то из какой-то там эпохи древней. Тут все твари, короче, со всех эпох пособирались. Они все мертвы уже. И только, блядь, их останки, и это, блядь, нихера себе. Могут нам рассказать о том, какими они были до сели. Так, тихо. Что это такое только что было, вообще я не знаю. Какая-то ересь. А где, блядь, костер следующий в этой локации, слышь? Хотя, конечно, мне не угодишь. То, блядь, я жалую, что костров слишком много, то я говорю, что костров мало. Опа. Нормально. А эта башня часом не пробила здание, нет? Может, я туда смогу это... Ага, конечно. Мы же его-то не убили, теперь он будет нам мешать. Что это за статуя такая? Это кому она посвящена? Мне кажется, это легион нежити, нет? Что-то такое похожее, но вроде как и нет. Фиг знает, ладно, неважно. Все умерли уже, какая разница? Кем они были там при жизни? Ну-ка на... Слышь! Ты не борзей так, инвалид! На! На! На-ка! Обломочек... Блин, сколько у вас инвалидов развелось! Конец света, блин, конец эры огня, начало эпохи инвалидов! Охуеть!
Выпей Эстус, а то капец будет тебе сейчас. Откуда вас только встает-то постоянно? Это как так? Так нельзя, ребята, так нечестно. Кто вас поднимает? Некромант какой-нибудь? Еба. Не, я на такое не подписывался, серьезно. Серьезно. А, забери вот эту хуйню. Сумрачный посох, хорош. Слышьте, ребятки, да ну не надо так. Не надо так, серьезно, не надо. Не надо, вам сказал. Да капец какой-то, они сейчас, блядь, со всех сторон там уже повоскресали. Ну, короче, сумречный посох я-то взял, взял, так что... А, души надо забрать, капец. Какая-то жопа творится, блядь. Приколи, короче, ангела, я только что убил за кадром. А походу его опять вызывают. И вызывает его вот эта вот херня, которая там стоит. Вот что это такое? Это кто? Вот падла какая, а. А ну-ка, давай на него позырим. Что это за хрень? Какой-то, блядь, червяк непонятный. С носом, как у алкаша. А, это чё? Это голова, а не нос. Это чувак, который сложил руки. Смотри, руки вон там сложены, так в этих в локтях согнуты. Только нахера он ангелов-то призывает постоянно, я не пойму. Сука, тихо, аккуратно. А ангел что, реально воскрес? Я же его, блядь, убивал только что. Как такое может быть? Вот как? Вот где он? Ах ты, блин, падла. Мне кажется, скорее всего, надо этого вызывателя убить, потом только ангелы сами станут убиваться. Окончательно уже. А сейчас пока никакого толка от этого не будет. Так. Давайте пока посмотрим. Пойдем пока быстренько заберем наши души, а то как-то неохота их всех просеренить. Ребята, отвалить от меня все. Отваль... Хорош. Забрал. Пошел! Чувак, пошел, 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 пошел. Ну их всех в жопу, ну их всех нахер, ну их всех подальше. Ребят, давай. Хотя бы парочку завалим, чтобы остальным неповадно было. О! Что там творится такое, а? Отвалите от меня, отъебитесь. Все, хватит. А теперь посмотрим, что у нас здесь. Вот эта скотина, которая ангела вызывала. Давай его ушатаем. Я не знаю, кто ты такой, но ты мне мешаешь. Я тебя убил. Ангел. О! Вот каких убивать-то лучше всего-то надо. Смотри, мерцающий титанит. Две штуки с него даже взял. Красава, вот это я молодец. Вот это я охуенный. Гаэль, что ты мне постоянно подсказываешь? Решайтесь, я как-то сам решусь, слышь. Вещь что-то мне тыкает туда, подсказывает. Иди туда, типа, иди сюда. Давайте сперва посмотрим, может, ты что-то еще пропустил, нет? Там еще башня упала, накренилась. Может, я по ней смогу куда-то тут пробежать, только куда? Если я побегу сюда, то что, я куда выбегу? Что-то такое светится там, смотри. Вдалеке. Воин какой-то сидит. Ха! Здорово, ты кто будешь? О, гляди-ка. А у тебя голова на месте. В смысле? Чудесно. Встретить в этом забытом богами месте родственную душу. Зови меня Лап. Я не помню своего настоящего имени, так что давай обойдемся этим. Ну давай, Холли. Мне кажется, мы станем отличной командой. Вот увидишь. Увидишь. Ага. И что ты от меня хочешь, Лап? На самом деле, мне нужно кое в чем признаться. Я из опустошенных. Да, я пытаюсь начать все сначала, но ничего не знаю о своем прошлом. Кем я был? Для чего жил? Даже имени своего не помню. Вот почему я здесь. Ищу. Я ищу монолит очищения. Говорят, он стоит в городе за стеной, где живут пигмеи, нашедшие темную душу на заре огня. Что я могу сказать? Эти камешки не особо помогают мне вспомнить. И что ты от меня хочешь?
Что ж, это, в общем, все. Если я совершенно забуду, кто ты, не держи на меня зла. Ну что еще могу сказать? Я из опустошенных, черт возьми. Так я тоже такой же, как ты. И какой-то типа монолит у него есть. Типа, ну не у него, а какой-то типа у него на памяти какой-то монолит есть, который находится в городе за стеной, и он помогает вспоминать. То есть, если я его найду, возможно, я помогу Лапу вспомнить, кто он был. Нормально, чё. Попытаемся поискать. Бляха, как меня задрали-то все, ребята, хорош. Чё ты там такое пускаешь по мне, а? Чё тут происходит-то, ну? Отвалите, да куда? Ну что опять? Ну как, ну блядь. Я выжил. Я упал в пепел, и я выжил. Обосраться, как так? Сюда. Да я туда и иду. О, я думал, мне пизда. Пацаны, пацаны, полегче, не так все сразу, ну как так? Хорош, инвалиды, блин. Отошли все от меня. Падла, сейчас еще придет с алебардой. Тихо, 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 инвалиды, блядь, мешают. Хорош. Оу! Аккуратно! Это альбардист хуев! Откатись! Ой, бляха-муха! Да пошли вы нахер все! Пошли вы, сука, в жопу! Да задрали вы меня! Как так-то? Ну, слышь, 45 косарей за вас просрал! Жесть! Они ж постоянно... А прикинь, чё? Эти ангелы больше не появляются, потому что я убил вот этого хуя, который их вызывал. И этот хер, короче, он одноразовый. Его раз убьешь, он больше не восстановится. Все, отлично. Ну, хоть что-то хорошее в этой игре. А то, блин, я уже начинаю так стрематься, что капец. Решайтесь. Да решусь. Не ссы. Я, правда, не знаю, где я души свои оставил. Где-то же я их, блядь, оставил, где-то потерял. Теперь бы как-то дожить до них. Вопрос только в том, как... Паломник! Воу, 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 душа, душа, душа человечности, походу. Ты чё у вас так... А, это паломники, которые застывшие уже. Инвалиды, чё у вас так много, блядь? Это какая-то атака инвалидов, серьезно тебе говорю. Нашествие всемирных инвалидов. Инвалиды покорили планету. Инвалиды устроили Армагеддон. Вот из-за кого все эпоха огня заканчивается. Из-за инвалидов, блядь. Да иди ты в жопу, инвалид. Конечно, они, блядь... Устроили флешмоб, за права свои стали бороться. Вот оно все и подавили всех. Инвалидов сейчас, знаешь, сколько на планете, если всех собрать, то их будет больше, чем обычных людей. Сука! Это что, пизда? Нам хана, ребята, нам пиздец. Я ненавижу вот этого хера. Он немного, конечно, повторяет атаки этого мудака, который был еще в деревне нежити такой. Да жесть, да жесть, да жесть, перестань, чувак, перестань, пожалуйста. Ой, бляха, что мне с тобой делать, как тебя убить? Твою мать, давай, Иисус, не поддавайся, давай, стреляй по нему. Вали его нахер, вали, 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 хорош, вали! Во! Вали, вали его, пожалуйста, вали. Стреляй, еще разик, пол разика. Блять, выпей ты, сраный эстус. Отходи, отходи, выпивай, отходи, выпивай, отходи, давай, давай, давай. А этот, короче, чувак, этот лап, говорил мне при встрече, у тебя есть голова. А он имел, наверное, в виду, что тут все безголовые, как вот эти кретины жирные. Интересно, почему у них нет голов, как так? Ну, конечно, им так легче думать. Им вообще думать не надо. Что это за жижик из какого-то поноса родился? Поносные чуваки, будем их так называть. Так. Куда же я там так наебенился, что души свои просрал? Да я знаю, что туда, да как дальше-то? Решайтесь, вы не погибнете, говорит мне этот, блин, рыцарь-раб Гаэль. Где мои души, Гаэль? Сначала скажи, а потом я решусь. Я же вообще не всекаю, где их оставил, куда еще пропало все. А, блин, я уже не подымусь назад. Назад я уже не смогу подняться. Ну, короче, души я свои просрал, ладно.
Может, я их там внизу найду где-то, может, там какой-то есть проход. Может, там все взаимосвязано, хер простышь. Короче, ладно, так и быть. Раз Гаэль нам советует, я последую его совету. О, пацаны! Круг, опять круг, смотри, какой-то, блин, чертов круг. За который, скорее всего, никто не может залезть. Пробраться. Ну, нихера себе. Локация, я тебе скажу. Что это тут такое? Какая-то мельница, ветряк от мельницы. Там он жуки. Это я уже всяко попал не туда, куда надо. О, костер! Куда я вообще попал? Это все, конечно, прикольно и интересно, но я так, как же мои души? Я бы очень хотел их вернуть. Так совсем нехорошо получается. Блин, какие-то бескрайние такие просторы здесь. И не знаешь, куда даже идти. Куча всяких башен, херашин, навалилось все в одно кучу. Надо очень аккуратно бродить, потому что, мне кажется, мы еще неверное движение одно, и все, мы слетим вниз. Как у нас обычно и водится в этой игре. Постоянно себя убиваем сами. Какая-то будка стоит. Дальше-то что? Здорово, ребят. Давненько с вами не виделся. Ого! Ого! А ничего, что вас так много, слышь? О-о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 ! Пацаны траванули меня, пацаны. А, оно медленно забирает. Хорош. Нормально. Живем. Сейчас я быстро мох сожру. И все будет хорошо. У меня. А у вас нет. У вас, ребята, все. Ваша песенка спета. Давай, ври. У меня, смотри, комок пурпурного мха. 42 штуки. Можно травиться только в путь. Черная огненная бомба. Остальное пошло в сундук. Бесконечный мой мешок. Хорош. Я у костра вообще посидел, нет? Походу, сидел. Блин, души мои как-то хочется забрать, а не сюда сначала идти. Давай, наверное, пока вернемся назад. Заберем, постараемся как-то свои души, вернемся туда, как мы по башне по этой пологой шли. И потом, когда заберем их, уже продолжим. Так, нашел новую фишку. У этой чувихи-паломничихи можно, короче, разузнать об этом городе за стеной, смотри. Спросить о городе за стеной. Давай сперва у нее купим угольки, а потом поспрашаем. Так, нормально. Как? Откуда ты знаешь это название, дорогуша? Впрочем, это не важно. Я расскажу тебе, что знаю. Говорят, город за стеной находится на краю мира. За этой горой мусора далеко, а дальше некуда. Но лучше подумай еще раз. Этот город оградили стеной сами боги, чтобы запереть там пигмеев. Лучше оставить темную душу в покое. Dark Soul? Я Dark Soul в покое не оставлю, пока не пройду. Не удирай, не помирай, дорогуша. Не ссы, бабка, все будет хорошо. Теперь смотри, как я спидраню. Херак! Херак! Теперь быстренько из пепла встаем, отхаркаем пепел, очищаемся, бежим, оббегаем этих всех пидоров. Ха-ха, до свидос, ребята. Херак! Кто первее упадет, я или это тело? Я упал первый. Тело медаль не заслужило. Я пошел дальше. Ангел нас больше тревожить не будет. Еще раз, херак. Сука. Да, блядь, ну как не прицелиться-то было? Ну как? Ну теперь же 42 косаря душ просрано. Блядь, в хуи слетело все. Так, пришел я, конечно, к тому месту, что находится за упавшей башней, но я не знаю, стоит ли нам сюда сейчас идти. Тут тоже, конечно, есть свои спуски. Но правильный ли это путь? Слышь! Перестань так делать! Этот путь нам просто не указывал Гаэль. Гаэль нам указывал путь, который вел ко второму костру. А что это такое, я не знаю. Ну, посмотрим, полюбопытствуем. Чё бы нет-то. Так. Тут просто прикол в том, что куда бы ты ни прыгнул, ты походу не расшибешься, потому что пепел тебя поглотит и смягчит падение. Чё, блядь, такое, кто срёт? А-а-а! Вот оно что.
Я, получается, над этим хером нахожусь сейчас. Ну окей, допустим. Да ну нахер вас. То есть я, получается, могу еще сюда прыгнуть. Смысла пока я, правда, не понял. Зачем нам сюда? Ну сюда пишут. Хорошо, ладно. Так и быть. Шоколадно-мармеладно. Там костер находится, я понял. А тут что? А тут ништяк какой-то, подожди. Тихо, пацаны, тихо. Какой-то тяж. Давай хоть заберем. Большая душа. Ага, понятно. Тихо, нормально все будет. Хорошо будет все со мной. Я переживу эту битву. Это еще что тут такое горит? Тихо. Боевое знамя Лотрика. Ага, хорошо. Гаэль, ты, блин, задолбал. Решайтесь, вы не погибнете, говорит Гаэль. То есть можно еще и отсюда прыгать. Лады, только давай сперва этих ушатаем, пацанов. На. Три? Их три, что ли? Как их три, блядь? Пошли вы в очко. Я манал с вами драться. Все равно, если я вас убью, я получу от вас там, не знаю, сраный какой-нибудь этот обломок титанита. Больше ничего. Короче, понятно, я тут все обходил. Вроде бы как. Если нет, то вы мне в комментах пишите. Я обязательно потом вернусь, и мы посмотрим. Пока что пойдем дальше. Давайте от этого второго костра. Давайте боевое знамя Лотрика глянем. Что оно собой представляет. Скорее всего, какая-то длинная, очень такая длинная алебарда. Прям длиннее всех алебард, которые мы тут встречали. Такая самая длиннющая, самая вообще рассамая алебарда. Боевое знамя Лотрика, вот она. Некогда на этом древке развивалось знамя Лотрика, которое вело за собой рыцарей. Остроконечное украшение, которым увенчана древка, превращает это его в копье. Навык знамя Лотрика. Взмахните древком в воздухе, его украсит бесплотное знамя, которое, как в былые времена, дарует тем, кто собрался под ним силы для битвы. Ну, чё, неплохо довольно. Ну, пока нам он вряд ли чем-то поможет. Так что будем без него. А дальше, как знать. Так. Пойдем посмотрим, что у нас тут. Что такое, это кто? Лап, что ли? О, я тебя знаю. Рад, что тебя все еще не убили. Боги, я понимаю, почему это место называют кучей отбросов на краю света. Искореженные останки множества стран и эпох. Выходит, старым байкам можно верить. А на самом деле город за стеной. И чё? А, не обращай на меня внимания. Не забивай себе голову этой ерундой. Мне просто хотелось с кем-нибудь поговорить. А от этой старой горбуньи я устал. Мне лучше помолчать. Погоди-ка, я знаю, как загладить мою вину. Я открою тебе тайну. Вон там ты найдешь остов огромной земляной башни. Она наполовину погрузилась в ядовитое болото. Не самое приятное место. Зато прямо посреди болота лежит бесценное сокровище. Мне оно было ни к чему, так что извини. Я бросил все там. Если у меня будет такая возможность, я достану его тебе, но если устанешь ждать, иди и достань его своими руками. Я знаю, кто ты. Добродетельный воин, не так ли? Да еще и со священным долгом. Конечно, ты монах. Так отправляйся за сокровищем, это не хуже любого долга. Окей, нормально. А где болото, куда идти? Короче, понятно все с тобой. Ладно, погнали. Короче, так понимаю, что этот город за стеной, это и есть Рингет Сити. Это и есть название дополнения. Давайте пока, наверное, перекорнем здесь, чтобы у нас Эстус немножко пополнился, а потом пойдем дальше. Так. Город, мать его, за стеной. Слышь, а там он как на тот корень забраться. Любопытно. Сейчас, короче, будем размышлять. Это, скорее всего, прямая дорога к этому городу за стеной. Ах ты ж, пидорас, где эта змеюка, которая его вызывает, где? Я тебя сейчас найду.
От меня так просто не спрячешься, я тебе отвечаю. Ты за... Я так понимаю, ты в хате заховался, да? Ну ты сволочь какой, а? Ты тут, собака, вылазь, ты тут, я знаю, ты тут. Воры, воры, блядь, воры. Идите нахер, воры. А чё вас так много-то, ангелы? Или это все один сделал? Вот это жесть. Груда отбросов, блин, мать его так. Лап, ты хоть, блин, помогай, что ты там рассел там, ничего. На одном себе все тащить, на своем горбу. Так я сам тут хер вытяну. Так, этих я уже убивал. Идем дальше. Короче, это капец какой-то. Где сидит эта тварь, которая вызывает этих ангелов? Это червеобразный чувак. Он же явно где-то здесь должен быть. Вот, ладно, они же такие быстрые, эти ангелы. Я тебе отвечаю, они очень быстрые, очень опасные. Главное найти этого мудачину. А, блин, попадает-то как. Это жесть. Надо тут от домика к домику бежать. Пока не обнаружим того мудака. Смотри, воров мочит. Он тупо артобстрел ведет по всем, что тут движется. Не усрись только, окей? Вор, 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 вор. Да вор, мы на одной стороне. Давай ангела вместе отпиздим. Зачем нам драться друг с другом? Это и есть то самое болото, нет? Походу, оно и есть. Только туда пока рановато, скорее всего, идти. Давай пока посмотрим, что у нас еще тут хорошего. Заебал! Перестань! Уголь! Тихо. Живем пока. Ты мудак, а может его отсюда как-то расстрелять? Всяко, если я его даже убью отсюда... Я смогу уже потом лучше как-то спокойнее найти того мудака, который его вызывает. И покончить потом с ним раз и навсегда. На, собака. Попал. Отлично. Тихо, тихо, тихо. Перестань, падла. Хорош. Как он попадает через стену? Читами, что ли, пользуется? Ну, пидор. Откатись! Хорош. Подожди, мразь. Я тебе сейчас, блядь, сделаю. На. Спокойно. Живем. Наебнули. На-ка. Не достал, не попал. Как не попал, когда надо попасть? Попадай! Попал! Хорош! Ха-ха-ха-ха! Отстой ты, пидорский ангелочек! Чё ты мне сможешь сделать? Блин, 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 блин! Это я не вовремя вылез! Вообще нихера не вовремя сейчас было! Пей! Вот это он, он рассердился, он разъяряется! Смотри, что делает! Мразотище какое! Аккуратно, тихо! Перестань ты, мразь, как ты мне надоел уже, ну. И последний удар по нему остался, ну. Давай, Иисус, ты же можешь, ты же, я тебе, блядь, верю, ну. Давай, убей. Хорош, красава. А теперь давай искать этого мудака, который его вызывает. Где ты, падла? Выходи. Сразись со мной в открытом поединке. Я тебя все равно найду, ты же просто от меня так не отвертишься, я тебе отвечаю. Тут воры, помню, были, походу. Тут и свои души. Парсерекал. Тихо-тихо, душу забрал. Варьё, давайте сюда все. Пацаны, мы сейчас с тобой, блядь, должны быть на одной стороне. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. У нас же общий противник. Чё вы творите-то, блядь? У нас общий враг, ребята, ну хорош. Ну как так-то, ну? Так нечестно! Уйди! Уйди, сука, мразь! Ай, блядь! Ай, нахуй! Опять этого ангела убивать! Срань какая-то, просто срань. Как попасть на вот этот корень? Тоже загадочка, не из легких.
Может, типа, оттуда как-то спуститься? Хер его знает. Короче, ты заебал. Давай быстренько как-то доберемся до наших душ. Вот туда, вот как-то туда надо забраться. Только туда. Пока он там по ворам стреляет, я буду тут бежать. Хорош, 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 хорош. Ништяк, забери и вали. Одеяние пустынной ведьмы. Хорош. Забрали. Теперь валим, валим, валим. А ты их обстреливай, падла в этих. Он отвернутый. Пользуемся моментом. Да не по мне стреляй, пиздюк. По ворам, падла, стреляй. По ворам. По ворам стреляй, дебил. По ворам. Воров убивай. Не меня, воров. Воров, сука, убивай. Воров, я не вор, я хороший чувак. Обломок забрал, хорош. Блять, 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 блять. Опять проебали, опять. Да как так-то? Ну, идти его в корень. Да что делать с этой игрой-то, мать его, ёб. Ай, бля. Короче, все, соберись. Вдохни поглубже. А чё этот пидор слез? Слышь, пидрила, ты давай помоги мне этого ангела убить. Так нечестно, иди со мной. Вот ты где. Помнишь про сокровище? Там, посреди болота. Ну, я его добыл, как и обещал. Так давай. Как ты успел? Одна нога здесь, другая там. И мне надо было отдохнуть от той старухи. Какой старухи? Ну же, бери, оно твое. Пожалуй, поможет тебе с твоим священным долгом. Кусок титы... Вот это сокровище... Ну, да, конечно, это сокровище, потому что оно позволяет нам до максимума прокачать себе оружие. Хорош. Это и впрямь куча отбросов на краю света. Искореженные останки множества стран и эпох. Выходит, старым байкам можно верить? На самом деле, город за стеной. И... Короче, понятно. Иди, блин, лучше помоги. Хотя ладно, он и так уже мне помог. Уже я сам свою страку туда в болото не понесу. Хотя что-то мне кажется, что наш путь туда как раз и лежит через болото. Гребаное болото. Эй, чувак, угомонись. Когда ты уже успокоишься? Когда? Скажи мне, пожалуйста, когда? Когда мне придет пизда? Аккуратно, беги. Нам надо души наши как-то срочно вернуть. Вот они, вот они. Ништяк я тут забрал. Пей. Да успокойся. Безопасная, ага, безопасная. Где она, блядь, безопасная эта зона? А хотя, подожди, безопасная. Он, походу, нас сейчас не палит. Ништяк вижу. Вот там. А, то он вора, походу, убил. Ты вор что-то высыпал. А чего, то за ништяк? Вот это падла, пидор, который вызывает ангела. Подожди у меня, сука. Я тебя запалил. Я просто запалил тебя. Ай, блядь, ну как? Ну, блядь, ну ой, блядь. Ну... Опять проебался. Ну я же должен уже выучить, что он эта локация состоит из таких провалов, обрывов, хуилов, короче. Блядь, ну-ка, ну пиздец. Ну как? Ну почему? Ничего не учит меня жизнь. Ничему не учит, сука. Иди и сделай это, иди и убей эту тварь. Все, ангел, ты допрыгайся у меня сейчас. Я тебе просто обещаю. Ты у меня допрыгайся. Вон эта скотина, которая тебя там создает. Я знаю, где она сидит, все. Хейхана. Так, воров, воров, отвлекай воров. Тихо, 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 тихо. Пошел, пошел, там безопасная зона есть. Мы спасены, будем скоро. Ты что делаешь-то, мразь? Ты это мне перестань. Да сука, души дай забрать-то, мразь! Ну, ебать, сейчас клавиатуру уже чуть не убил. Из-за этой пиздотени. Это жесть какая-то. Я тебе просто отвечаю, это жестина. Сейчас я убиваю эту мразь. Окончательно. И, наверное, серию будем заканчивать мы на этой груди отбросов, а то как-то вообще просто все. Меня уже устал, честно, меня уже коробит от этого всего. Уже, блядь, мурашки идут. Не те, которые от страха мурашки, а те, которые уже от отвращения, блядь, прям по всей коже. А! Прячься, фух. Сидим, сидим, сидим. Бежим! Пока он там воров разъебенивает. Отвали! Вор, да не меня тебе надо бить! Души! Душ! А чё тут душ, если я упал там? Иди скорее, упади вот тут и убей этого гондона!
А почему? А как туда спуститься? Я не знаю, блядь, ну как? Я думал, там мы просто тогда просрали, потому что не увидели уступ, за который можно зацепиться. А там этого уступа нет. Оттуда, с этого, ну, с этой возвышенности, от которой мы только что прыгали, невозможно туда приземлиться. Там, понимаешь, там смертельная опасность. Там расшибешься, разъебнешься и все, и умрешь. Должен быть какой-то другой ход. Как-то обойти, блин, хер его знает. Как они? Зачем они вызывают этих ангелов? Кто эти ангелы вообще и какую роль они тут, какой позыв они несут в этой игре? В этом дополнении. Типа, что как бы конец света, и ангелы пришли по душе и всех, кто тут жил. Я лично не понимаю этого всего. А тут что? Впереди что-то там. Я не знаю, что там впереди, но, короче, это все плохо. Вор! Мы должны быть на одной стороне! Убей вора! На одной стороне, сука. Тихо, 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 чувак, тихо, тихо. Забери, забери! Гигантский щит, дверь, охуеть. Всегда мечтал о таком щите. Мне его прям не хватало до пизды. Давай! Братюня, скорей. У нас там, короче, одеяние какое-то там ведьмы пустынное. И еще гигантский щит, дверь, который, блядь, просто мне... Офигеть, как был нужен. Жесть, 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 жесть. Сюда, давай сюда, скорее, тут безопасно. А, вор! Иди нахер, блядь, ты не мешаешь. Ты понимаешь, что я пытаюсь от ангела съебаться, который по тебе тоже стреляет. Пытаюсь его убить, чтобы он тебе не докучал. А ты мне мешаешь это сделать, ты меня убиваешь. Недружелюбные все твари какие-то здесь собрались. На, сука. Вот сразу у нас фигачит вас надо всех. Бляха-муха. Когда он еще травит, проклинает собака. Как с ним сражаться, я, блядь, не ебу в души. Давай. Костер, где ты, костер родимый? Тихо, тихо, тихо. Порядок, все хорошо. Комок пурпурного мха взял. Он над нами, собака, уже летает. А где эта блядина, которая тебя вызывает, слышь? Куча этих отравленных насекомых еще здесь. Быстро пробегаем туда. Пошел нахер! Ага, сейчас, конечно, уже. Так я тебе и позволил меня убить. Блин, он сквозь стену простреливает, сука. Болото токсичное, скорее всего. Пробегай, 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 пробегай. А где эта мразь, которая вызывает ангелов? Где она? Я же не вижу, блядь. Он, походу, вообще не на болоте был. Он где-то в другом месте был. Собаки некрещенные. Я вас, блядь, в рот ебал. Давай. Прокатывайся, ты сейчас траванулся уже, молодец. Уже ничего не скажешь. Там ништяк лежит. Там эта тварь еще ходит, блядь. Это что такое? Это издевательство какое-то над нами. Серьезно тебе говорю. Да пошел ты нахуй! Травит, проклинает! Пыльцу свою из жопы струшивает на нас. Как тут выжить? Как тут предпобедить? Как тут затащить, слышь? Ой, сука. Ой, блядь. А там ништяк был. Как я его не заметил-то? Нам надо избавиться от этого странного ангела. Он заебал. Пошел вон. Да пошёл! Мать твою, блядь, за ногу, сука. Как нам попасть на тот странный уступ? Как нам убить этого мудака, который ангела вызывает? Как его замочить? Я не знаю, блядь. Может, я просто там не досмотрел чего-то. Может, я слишком быстро бежал и, ну, не знаю, не рассмотрел все возможные варианты туда спрыга этого нашего. Короче, пошли. Лап! Толку мне от твоей, блядь, осколка титанита или что там ты мне дал, блядь, обломок свой сраный? Засуньте его в жопу. Бляха-муха. Чё делать? Чё делать? Как выжить-то? А-а-а! Отстаньте от меня! Лучше воров бей. Не меня. Не надо меня бить. Я хороший, чувак. Я нормальный. Ангелы ж любят хороших. Сука. Он, короче, находится где-то вот тут, вот за этой стеной. Но как туда попасть, я не знаю. Тут есть уступ, конечно. И можно попытаться как-то на него, но, блин...
Я просто не вижу, понимаешь, не вижу способа, как можно сюда, блядь, прыгнуть. Чтобы не расхерачиться, а? Как? Да спокойно, успокойся, ты дебил. Отстой, какой-то пидорский творится здесь. Прыгни! И, блядь, и как туда попасть? Да это ж мразь, блядь, сидит, да, блядь, сука. Короче, нету там все-таки ничего. Там опыта нихери еще нет. Надо этого ангела просто ушатать так. Просто вручную. А дальше уже действовать, исходя из того, что его нету. И он не будет нам мешать, понимаешь? Тогда будет все намного легче. Иначе будем и так проебываться с вами. Долго и нудно. До посинения самого. До самого, блядь, озлупивания будем проебываться. Ага, уже я знаю, вышел. На охоту, пидор крылатый. Подожди у меня. Ага, на. На. Блин, не попал. А такая фора была хорошая, смотри. О, подожди, камень защищает меня. Вот это место мне нравится, тихо. Хорош. Вот это я выбрал. Ха-ха-ха-ха-ха. Пизда тебе! Чувачок, даже ангелы не устоят перед защитной силой камня. Смотри. О, куда ты пошел? Он, блядь, раздуплился, он умный. Да пошел ты нахер. Я на такое не подписывался. Да убей его, убей его, последний удар, все. Фу. Бляха-муха! Вот это пиздотень! Вот это жесть какая-то творится здесь! Подожди-ка! Я этого всего раньше не видел, потому что мне ангел мешал это увидеть. А теперь, смотри, тут можно еще сюда забежать, наверх. Можно забежать на ту хату. А тут чего? Тут, в принципе, ничего. Ну, теперь более спокойно тут стало, в этой груди отбросов, наконец-то. И можно как бы пообсмотреться. Так, тихонько. Нам бы как-то бы запрыгнуть бы туда, только как? Чего? Чего? Да иди ты в пизду! Какого хуя? Пошел нахуй! Суки, блядь, они их вызывают бесконечно, понимаешь? Вот в чем странный прикол. Они их постоянно, блядь, мать его, вызывают, пока ты не убьешь этого гондона, ангелы будут приходить. Они только, блин, на время убиваются, смотри. А как тогда тут действовать? Что делать? Пошел ты в жопу. Вот скотобаза-то, дресня котячая. Да ну нахер, все, я просрал. Я просрал, я просиренил, я уже и так это понял, ребята, хорош. Иди ты в сраку. Пей. Только толку от того, что ты пьешь. Да блять. Как попасть туда? Как убить вам мразоту эту, ну? Обломки нахера они мне спрашиваются сейчас? Пошли туда, короче, до корней. Может, там как-то оббежим, я не знаю. Я уже больше ничего, блядь, не... Да короче, хорош! Да хватит! Убил нахуй! Мне уже матов просто в голове нет, как это все описать. Ладно, ребят, давайте на этом серию закончим. В следующий подумаем, как нам такие разобраться с этим мудаком, который ангела вызывает. А пока что подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Морган. Всем до новых встреч и всем пока-пока.